успели мы обрадоваться теплу и солнцу, как синоптики снова обещают нам дожди и похолодание. 5 июня в Сарове дожди, утром плюс 18, днем столбики термометров опустятся до 13 градусов тепла, ночью плюс 5. Ветер западный 4,6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное 732 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Утром плюс 15, днем похолодает до плюс 10, ночью плюс 6. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков. Утром плюс 11, днем до 13 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.